первой шестерки. Да, то есть от Челси, а там Манчестер Юнайтед уже довольно серьезно. Уотфорд отстает с точки зрения набранных очков, но команда занимает седьмое место в турнирной таблице, чувствует себя очень комфортно, показывает довольно яркий и привлекательный футбол. И, может быть, тренер Ливерпуля, судейская бригада в следующем составе: Грэм Скотт, главный арбитр, Марк Перри и Мик Макдонах. Хозяева начинают с центра поля. В воротах Уотфорда 26 номер Бен Фостер. И, посмотрите, Милнер уже прессингует голкипера, и Фостер ошибается. Но мяч аккуратно, плавно опускается. Кривая передача. У Фермино возникли в матче с клубом Манчестер Юнайтед проблемы с коленом. Уотфорду забивали довольно много в предыдущих матчах. Передача штрафную. Сложно здесь за мяч было зацепиться. Дал назад. Хьюз. Заброс в штрафную. Александр Арнольд сыграл голову. Расположились вчетвером в чужой штрафной. Футболисты Ливерпуля. Удар и гол. Мане. Как же здорово он сейчас ушел от опекуна. Как же здорово он выпрыгнул. И передача, конечно, была совершенно бесподобной с правого фланга. Идеальный пас. И оборона Уотфорда не справляется. Очень важный гол, быстрый гол для Ливерпуля. Гол для уверенности, гол для спокойствия. Сейчас смотрим. Вот этот, рывок, маневр Мане, он за спину уходит высокому Кэтфорту. И вот ошибка в обороне. Дуракат, потому что делает несколько шагов. Но нет. Сюда ушел снова Мохаммед Салах. Передача на Арнольда. Нет положения вне игры. И какая мягкая подача на дальнюю штангу. Касание Деулафео ускользнул вроде бы от защитников. Но он уже прижат к лицевой линии. И падает на газон за пределами поля. Дальше налево. Подача. Нет, здесь для Алисона удобная ситуация. Дикуре был уже во вратарской. Но куда ему там бороться с голкипером, когда передача не очень сильная. Это Роберто Перейра. И четыре раза сыграв ничью. А это передача Салаха. Александр Арнольд. И здесь мог бы и рикошет помочь Ливерпулю. И, или если бы мяч долетел до Дивока. И все равно аплодисменты Салаху. И по штрафную Мане. Пяткой 2-0. Какая красота. 20-я минута. И шедевр. Просто шедевр. Придумывает здесь атака Ливерпуля, которой необходимо, конечно же, причислять и Трента Александра Арнольда. У Юргена Клоппа такой вид, будто сейчас трех метров пустые ворота его футболисты не попали. Но, во-первых, конечно, Салах. Вот этот рывок. Одним из аутсайдеров английской премьер-лиги, но это совсем не так. Мы говорим об этом всю первую половину первого тайма. Уотфорд. Опять Салах. Он у штрафной удар не получился. Ну, не лег мяч на ногу, бывает такое. Его Деулафео пытается убежать. Фабиньо. Да, жестко. Да, назад. И длинный пас Ван Дейка. Снова растягивающий оборону несчастного Уотфорда. Салах. В руки вратарю Уотфорда. Тем не менее, аплодисмент 6-го года, когда Марк Фалько трижды отличился. Дальний удар по вороту. Хлесткий. Но все-таки не самый угол. И здесь Бен Фостер на месте. Ждет подкрепление. И таким образом замедляется контратака Уотфорда. Назад вернулся уже и Ориги, между прочим. Это опять открытый мяч. Опять он свободен. Это сильный прострел. Тире, может быть, даже удар. Но никто замкнуть не сумел. Хотя идея. Вот опять Уотфорд пытается в контратаку выбежать. Хорошая диагональ. Деулафео головой. Но мяч до Троя Дини не дошел. По структуре, по геометрии эта контратака очень неплохо выглядит. С фланга в центр. Но только если с мячом уже, да? Совершает. Ну, против Салаха сейчас в английской премьер-лиге каждая команда пытается. Опять Ливерпуль ускоряется. Фабиньо! Итак, 8 ударов по воротам теперь уже у Ливерпуля. 3 в спас. Хороший Деулафео. Штрафной на дальнюю штангу. И даже здесь успевают Матип. Акцентов в пользу Ливерпуля. Салах. Острый угол и штанга все равно. И вот его удар, и успевает этот. Да, 44-я минута.
2-0. Ливерпуль выигрывает у Уотфорда. Всего, представьте себе, 3. Если не ошибается официальный сайт премьер-лиги, мы перепроверим, конечно, потом, но неужели это... Удачный в итоге отскок для Бена Фостера. Мяч уже опять у Ливерпуля. Два финта, ну, не купился защитник. Салах в одно касание. Робертсон! Вот это был бы гол! Деулафео штрафной. И передача отличная. Нашел-таки возможность Деулафео сделать передачу в самый подходящий. О том, что Ливерпуль полностью в матче доминировал. Например, у крайнего защитника Александра Арнольда в первом тайме всего один отбор. Организовать на чужой половине поля. Может быть, Хави Грасси что-то придумал и подсказал своим футболистам в перерыве. Но вот эта вот передача никуда не годится. Играл все-таки один в один. И передачи нет. Это удар был в ближний угол. Падая уже в сторону, Бен Фостер мяч отразил. И пас на Робертсона. Ориги. Ему бы, конечно, завершать в центре. Но он простреливает, и Робертсон бьет поворотом. А вот такая закрученная подача. И все-таки Мане подтолкнул в спину. Пас на правый фланг. Ян Маат. Неплохо. Удар, правда, не получился. Но, тем не менее, это, по сути, первый удар по... Удар поворотом принимает на себя Жоэль Мати. Мощнейший удар Кэткарта. Мяч удачно к нему отскочил. И недолго дуб. Нужно забивать. Алис спокойно играет на выход. Не теряет концентрации. Красивая передача. Ориги. А вот там Фабинья как удачно располагался на линии штрафной. Арнольд, автор двух передач. Пошла подача, но всех мяч перелетел, даже высоченного Дивока Ориги. Мане не дают пробить. Ориги подбирает мяч у штрафной, и это удар в створ, но совершенно не опасно. На месте Бен Фостер. Фабиньо из глубины. Высокая траектория. Скидка в центр. Бен Фостер опередил мяч. Штрафной опасно. Мане прошел удар после разворота на 180 градусов. И мяч, зацепив защитника, уходит на угловой. Мане уже очень близок к хет-трику сегодня. Плана. Чердан Шакири. Это удар в створ, но в голкипера. А кроме того, Даниэль Старич и Гем. И удар поворотом. Ориги делает гол сам. 3-0. Здорово. Здорово. Так казалось, что сегодня весь матч Дивок Ориги действует скорее в духе, ну, как бы ничего не испортить в этой сверхбыстрой игре. Но все увереннее и увереннее смотрелся бельгиец. И тут решил, что можно взять инициативу на себя. А он ведь остается замечательным нападающим штрафной, да? В этом никто не сомневается. И вот тут, когда опять футболисты Уотфорда ждали какого-то быстрого розыгрыша, может быть, прострела, подачи, собрал вокруг себя троих соперников Ориги. Мощно, хлестко пробил. Передачу его прервали. Дини. Удар поворотом. Кающая передача. И вот момент у Грея в ближний угол бить не было смысла. И попытался Грей в дальний попасть, пусть и с такой... Пас не очень удобный. А вот этот в штрафную отличный. И какой промах Андре Грея. С нескольких метров с линии. Сейчас на правом фланге занимает позицию. И зарабатывает для Ливерпуля штрафной. Первым же движением. Александр Арнольд. Подача. 4-0. А это уже Вирджил ван Дейк. На 79-й минуте реализует... Стандарт. Это штрафной. Это третья голевая передача в матче Трента Александра-Арнольда. Иньо.
Робертсон, подача, Ван Дейк там, 5-0, 82-я минута, дубль Вирджила Ван Дейка, оформленный за 3 минуты, по сути дела. Вторая голевая передача Эндрю Робертсона, Ливерпуль в результате Уотфорд просто разрывает. Юрген Клопп не отвлекается на все эти мелочи, у него там своя работа на бровке. Нет, положения вне игры здесь нет. Действительно, Александра Арнольда и две голевые передачи Эндрю Робертсона. Все сегодня было прекрасно у Ливерпуля и в игре этой команды. И на этом мы заканчиваем прямую трансляцию с Энфилда. Для вас работал Сергей Кривохарченко. До свидания и пусть у вас...